«Синий трактор» представляет! Однажды трактор Локи, которого создала Баба-Яга, чтобы делать всякие пакости, сидел во дворе один и думал. Не могу больше терпеть! Ходят такие довольненькие! Хочу кому-нибудь напакостить! Еду, еду, еду на машине, еду, еду. Ой, ой, ой. Ой, кажется, не еду больше. Кажется, машина застряла. Что же делать? Так, кажется, кто-то попал в беду. Привет, Пеппа. Ну что, застряла? Давай помогу тебе. Привет, Локи. Да, машина застряла, выехать не могу. Может быть, можешь мне помочь? Конечно, не проблема. Сейчас вытащу тебя. Локи, что ты делаешь? Пеппа, что с тобой случилось? Почему ты вся в грязи? Привет, синий трактор. Злой трактор Локи сказал, что поможет мне, а сам обдал меня грязью и уехал. Ой-ой-ой, бедненькая, не плачь. Сейчас я помогу тебе вытащить твою машину, а потом мы все почистим. Ну вот, Пеппа, поезжай на мойку, а я найду этого Локи и разберусь с ним. Спрошу, зачем он так сделал? Джордж, дружище, привет! Чего ж ты тут стоишь один посреди дороги? Привет, Локи! Я жду автобуса, чтобы поехать домой. А он все никак не едет и не едет. Я уже опаздываю. Мама будет волноваться. Да не переживай ты так. Запрыгивай в кабину, я тебя довезу. Ой, спасибо тебе большое. Что бы я без тебя делал? Так, сяду вот сюда. Локи, а можно помедленнее, пожалуйста? Ты эту поездочку у меня никогда не забудешь. Джордж, что случилось? Маленький, вставай скорее. Вставай. Это плохой трактор Локи. Он прикинулся добрым, а сам он злой, злой. Меня вытряхнул из своей кабины, и я упал. Ах, он пакостник. Не плачь, Джордж. Залезай ко мне в кабину. Сейчас мы найдем его и разберемся. Вот ведь больно. В яму какую-то заехал. Колесо оторвалось. Что же теперь делать? Меня же здесь никто не найдет. Ну, привет, Локи. А мы тебя как раз и ищем. Ну, и что нужно от меня? Ты зачем обрызгал Пеппу грязью и вышвырнул Джорджа из кабины? Вот такой ты, значит, трактор. Обижаешь девочек и малышей? Ну и подумаешь. Я просто пошутил, никого не хотел обижать. Ну вот видишь, ты даже не понимаешь, что поступил плохо. А если так, то мы поедем. Поехали, Пеппа. Эй, подождите, постойте, постойте! Ну, Локи, мы здесь. Ты что-то хотел нам сказать? Да, да, мне жаль, что так получилось. Я просто хотел пошутить, не хотел никого обидеть. Простите меня, Пеппа, Джордж, я больше не буду так поступать. Ну хорошо, Локи, я рад, что ты это понял. Но шутки, которые обижают других, это плохие шутки.
А теперь давай починим твое колесо. Нельзя же тебя здесь оставлять. Спасибо, ребята, что не бросили меня в беде. Пеппа, Джордж, вы точно меня простили? Я обещаю, больше не буду так никогда. Я понял, что это плохо. Пока что мы тебя прощаем, Локи. Но поживем, увидим. Ведь главное не слова, а действия.